При восстановлении аккумуляторной батареи я мембрану чуть-чуть проткнул, когда хотел на аноде, получается, вернуть защиту обратно. Ну и, в принципе, появилась дырочка. Вот. Я решил поэкспериментировать, кинуть литий-ионную батарею в воду и посмотреть, что будет. Напитать в нее воды. Чтобы реакция пошла. Ничего не происходит пока вместе. Давай. По психу. Странно. Слабенькая реакция.